Наши подводники баллы занимают еще третье место. Все держат по половину капли, но правда очень четко. Там спорт и настройки. Ну а что у нас в начале? Хотя у нас Лёш Савин, лидер после первого поворота, первого заезда. Шойнер и Данский. И Сергей Ланкиси повезли, пытается объехать всех. Шойнер и Данский пытаются по внутренней объехать Лёшу Савина. Здесь и получается, что Разворот у Сергея Лапицкого. Ладно, кто-то не шляпчик. Первый же заезд для Сергея Лапицкого. Женя Бурло. Здесь со стартами первого сталкивается. Красный флаг. Естественно, гонка у нас сейчас будет остановлена. Очень жесткий контакт. Да, попал в моментом, ну, да, вот такой серьезный, достаточно, посмотрим, что такая безопасность есть, так что будем надеяться, что с Женей все в порядке, но момент такой достаточно волнительный. Женя был у нас на своих двоих вылезли из машины, там головой крутят, ну, конечно, у него такое еще состояние, как крайне машины. Вот я когда, говорил о том, что вы не видели, что да, будем надеяться на то, что со здоровьем все в порядке. У нашего участника сейчас главное как осматривать Женя, потому что Женя под прицелом, он сидит в машине, но видно, вылезает. Машет вам. Я думаю, что у трибуны сейчас наверняка будет силками встретиться Женю. Женя молодец. Надо подбодрить. Женя действительно поборолся максимально. Пока более-менее спокойно,
работам этого заезда, Женя Лиганский пока отрезвятывает с собой. Я помните? Продолжается, равняется пилоты на выделенном повороте из того города, потому что на лучшей высоте не бывает. Выходит он на третью Yeah.
начинает отрываться, Иванов прессует его в газе банка, находит возможный контакт, и он сейчас самый интересный, когда уже проехали второй почти поворот, чтобы там увидеть, происходит, но нет, это на телефоне, и все это делается такая телевизора, но Thank you.
Вообще сегодняшний этап состязаний, и надо сказать, что в таком духе он делал. Получается, что это не так.
достаточно Виталий Гусарюк, не только Олег Капкин, а здесь мы вдвоем не с самым, а здесь мы вдвоем тоже человеком боролся, как он сказал, а вы не видите, тоже в этой борьбе Сергей Лапицкий не сдается, Сергей Лапицкий, он в нижней территории, он был в снова занимается. Имеет хороший шанс на то, чтобы доехать все-таки до победы в этом заезде. Посмотрим, получится у него или нет. Посмотрим, как там будет у нас. Сейчас пока по мне равняется. И вот Сергей на внешней причине улетает. Машина скачет, там пробьется и Ковач на Баку. Может быть, он Ну, сегодняшний день, надеюсь, что вот и вот, 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 и
Ну, вы проходите дальше, все в порядке, все хорошо, вы участвуете, не переживаете. Нет, я не переживаю, да, у меня впереди еще две варианты. Сейчас мне как раз. Сегодня они с вами.
что для Игоря, наверное, удивительное, которое классик получит после катания. А впереди я анонсировал, открывается, это будет приемный период, краски перекачиваются от низа, обрисовывают все сами, да, при этих участниках, чтобы обозначить в финал. Ну, наверное, у меня на этой краске я желаю призрак проводят, если у нас сегодня еще одну победу одержать, ну, одна у каких-нибудь есть вакцины, сейчас вам помню, что хорошо в этом веке, мы будем одержать мальчику и слышать, как будем по своей Thank you.
невероятно замечательный этап. Получится ли два чемпиона по кругу сейчас? Леша Савин и Никита Иванов, лишь Сергей. Не помогает, это по 18 году. Второй чемпионат, а потом уже давно набрал. У нас Yeah.
у нас победу
неожиданно понял, что я ошибся второй. Был он после первого этапа третий, тогда выиграл Владимир Дубович, но сегодня Дубович на финале вообще не видели. Так и не видели Сергея Васильевича, в 2000 этапе. Первый он судил, второй выиграл, третий выиграл, четвертом Сергея Васильевича в финале не добра. А он говорит, что сегодня, вне всяких сомнений, настоящий красавчик. Человек, который... И стабильность, вот, залог сегодняшнего успеха, это его не подводило, заслуживает.